Первую свою песню я написала на стихи уральской поэтессы Эмилии Бояршиной. Было это, по-моему, буквально в первый год нашего переезда в Каширу. Но песня обрела нынешнее свое звучание тоже благодаря встрече с Сергеем Горячевым и записи в его студии. Итак, «Придуманная радость». Все решаем, заходить или не надо. В этом доме ждет усталый человек, ждет меня свою придумку.